программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. С популярностью аппаратной косметологии, казалось бы, уходовые процедуры отошли на второй план. Но это мнение не вполне справедливо, поскольку знаменитые косметические лаборатории тоже не отстают от жизни и внедряют свои уникальные изобретения. Как это работает, смотрите прямо сейчас. Уход за лицом, домашний или профессиональный, тема, знакомая большинству. При этом не каждый сходу ответит об актуальных предложениях по уходу за телом. Хотя эти две составляющие равно важны и бессмысленны отдельно друг от друга. Сегодня речь пойдет о дерматокосметцевтике и одном из знаменитых представителей этого направления – Эриксон Лаборатории. Работать с этим брендом недавно стали в имидж-студии Елены Ивановой. По такому случаю сюда прилетела эксперт из Москвы, врач-косметолог, тренер Наталья Васильева. В ингредиентный состав входят биотехнологические комплексы с адресной доставкой. Мы действуем на функциональную активность клетки путем активации определенных генов, участвующих в том или ином процессе. Другими словами, воздействие происходит на клеточном уровне. Запускаются физиологические процессы, а проблемы лишнего веса, локальных отложений и снижения тонуса решаются быстрее в разы. Жировая ткань в себе накапливает попсы, так называемые, это токсины. Они жирорастворимые, поэтому жировая клетка их накапливает и удерживает. И из-за этого затрудняется процесс липолиза, из-за этого мы не можем похудеть. Наш умный организм блокирует жировую ткань, чтобы в кровоток и в организм не пошли вот эти токсичные вещества. И мы будем здесь работать с жировой клеткой. Программы профессионального ухода за телом четко сегментированы по возрасту и спектру поставленных задач. X50 Body Matrix направлена на омоложение кожи, восстановление гормонального баланса, моделирование силуэта и нивелирование локальных жировых отложений, которые в возрасте преминопаузы и менопаузы откладываются у нас на талии и на животике. Начинается у нас процедура с нанесения осветляющей сыворотки. Приступим к следующему этапу программы. Сейчас мы будем использовать эксфолиант, минеральный солевой аромаскраб с содержанием, как я уже сказала, трех солей. Солей Мертвого моря, солей Атлантического океана, побережья Франции и розовой гималайской соли. А также здесь будут содержаться эфирные масла. Это ароматерапия. Здесь масло ромашки, герани, лаванды. Дальше мы наносим антицеллюлитную сыворотку. Локально, на проблемные участки. Теперь мы берем массажный термогель. Почему он термогель-массажный? Там содержится минерал циолит, и при контакте с водой будет термоэффект. Циолит еще является природным ионообменником. Он тянет на себя отрицательно заряженные частички тяжелых металлов, токсинов и насыщает минералами наши клеточки. Сейчас мы будем использовать циолитовую термомаску. Она тоже с содержанием циолита. Он тоже будет улучшать микроциркуляцию. Будет нам создавать эффект сауны. Маска обладает венотоническим действием, улучшает кровоотток, лимфоотток. Она с содержанием ментола и глины. Все, да, заворачиваем. И оставляем на 30 минут. И в завершение нашей процедуры мы наносим контур-крем для тела. Он тоже обогащен всеми биотехнологическими комплексами, включенными в эту программу. Thank you.
Следуя требованиям времени и опираясь на многолетний опыт работы, ученые Эриксон Лаборатории создали новейшие высокотехнологичные и эффективные методы омоложения лица и тела. Система позволяет осуществлять генетический контроль, восстанавливать гормональный баланс, блокировать мышечные сокращения без участия ботулотоксинов, без операции реконструировать овал лица и осуществлять идеальный баланс насыщения кожи кислородом. А это, в свою очередь, особенно важно для жителей мегаполиса. От себя добавлю, что идея с Эриксон Лаборатории вполне в духе имидж-студии. Сочетание роскоши и инноваций с обязательным вау-эффектом – это все то, к чему стремится команда уже почти 25 лет. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Современная элегантность – это разумное сочетание тенденций, индивидуальности и комфорта. Как это работает на практике, иллюстрирует сегодня имиджмейкер-стилист Марина Синдюкова. Модели стильного эксперимента – успешные и активные женщины. Одежда от дизайнеров Елены Миро из эксклюзивных тканей высокого качества. В первую очередь предложенные концепции отвечают пуховики и трикотаж в правильной подаче и сочетаниях. Уже не первый сезон дизайнеры предлагают цветочный принт носить именно в осенне-зимний период. И не стоит этого бояться, потому что цветы всегда про женственность. Особенно в коллекции Елены Миро «Осень-зима» мы видим, что цветы представлены именно в традиционном варианте, они розовые, плюс зеленый мягкий такой оттенок хаки. Особо мне хотелось бы отметить жаккардовые брюки. Не каждая модница отважится такие приобрести, но зато если они появятся в вашем гардеробе, это будет безусловный must-have, это будет всегда выигрышно. Причем их можно вписать как в более спортивный гардероб, с обувью в спортивном стиле одевать, так и с высоким каблуком. Они очень удобны. Они очень удобны тем, что они комфортны в носке, они очень хорошо сидят. То есть в этой марке мне ничего не приходится подгонять. В этой марке все сидит идеально. Более того, она рассчитана на женщин, ну, не самых хрупких, может быть, и они не требуют ремней и прочих добавок. Когда речь заходит о сдержанном крое и цветах в одежде, важно качество материалов и идеальная посадка. И, конечно, все это про комфорт и изысканность. Традиционно хроматическая группа цветов используется в урбанистическом стиле, то бишь в городском. Соответственно, в рамках города, в рамках ежедневных, и побоюсь этого слова, серых будней, это смотрится все очень актуально. Потому что серый цвет, он по природе своей успокаивает нервную систему, способствует концентрации внимания. То есть, если нужно целый день посвятить какому-то делу, и чтобы к вечеру не потерять самообладание, лучше использовать серую гамму оттенков. Черный, допустим, позволяет создать небольшую дистанцию между человеком и группой людей, если нужно защитить себя, если очень много контактов в течение дня. Почему бы и нет? Почему бы не использовать этот прием? Чтобы черно-серо-белая гамма не смотрелась грустно и уныло, стоит использовать такой прием, как разница фактур. Пусть тогда фактуры будут контрастными. Например, кожаные брюки плюс кашемировый джемпер. Например, кружево плюс бархат. Пайетки плюс шерсть. Очень много одежды у меня черной есть в гардеробе. Но Елена Миро, она же черный, черный черному рознь. Можно одеть черное, и такое будет оно все тусклое, какое-то блеклое. А черное вот у Елены Миро, оно выглядит так с лоском, традиционно, в итальянском стиле. Такое оно торжественное и в то же время очень такое элегантное. Находить красоту во всем и ее подчеркивать в этом вопросе особенно преуспели итальянцы. Даже практичные зимние вещи работают в направлении стиля и актуальности, необходимость в которой есть у наших героинь в любой ситуации и при любой погоде. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее.
6 по 26 декабря совершайте покупку в бутике Елена Миро и выиграйте сертификат на 10 тысяч, 5 тысяч или 3 тысячи рублей. Новогодние скидки до 40%. Бутик Елена Миро, проспект Ленина, 65. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. До 31 декабря в салоне проходит акция 1 плюс 1. Покупая один сертификат, второй вы получаете в подарок. Территория тайского спа. Улица Российская, 206. Тот, кто стремится выглядеть на все 100, обычно работает над собой сразу в нескольких направлениях. Гардероб, мейкап, уход за лицом и волосами. Все это и многое другое было представлено на вечеринке в третьем блоке. Секреты красоты и индивидуальности подслушивала наша съемочная группа. Главный тренд современной моды – индивидуальность. А значит, все стандарты красоты – это вчерашний день. Именно по этой причине многие современные дизайнеры занимаются поисками необычной внешности. Эту идею поддержала компания Oriflame, устроив антикастинг-день. Вы когда выходили из дома, вы понимали, что вам сейчас предстоит услышать мнение окружающих? Вот так многие женщины выходят, и если они не уверены в чем-то, если они не уверены, себя чувствуют, они не очень, может быть, уверены в том, что они хорошо сейчас выглядят, это сразу комплексы. Мы прям уверены в том, что каждая женщина красива, просто нужно научиться управлять своей красотой, нужно быть уверенной, полюбить себя. И как компания мы вот хотим это донести всем. И сегодня именно вот этими лекциями мы это пытаемся сделать. Каждый желающий мог принять участие в фотосессии с профессиональным фотографом и увидеть себя на сайте в галерее красоты, преобразить себя с помощью известных визажистов и узнать секреты красоты от приглашенных экспертов. Основная его идея в том, чтобы понравиться и заново полюбить самого себя, и только таким образом тебя будет любить весь мир. То есть наша задача – нравиться самим себе. Поэтому каждый блог сегодня был направлен именно на это. Вся фишка в том, что сейчас различные бренды и фирмы пытаются уходить от каких-то стандартных шаблонов, чтобы им была индивидуальность человека. Прежде всего, очень многие фирмы, в том числе и косметические, ставят тапку на звезд Инстаграма. А звезды Инстаграма вообще не имеют никакого отношения к стандартной красоте. Чем ты необычнее, тем круче. Конечно, в каждой девушке есть изюминка. У кого-то глаза очень красивые, прям глубокие. У кого-то очень красивые губы. Хочется подчеркнуть, нежели спрятать. Гимнастика для лица, фейсбилдинг, стили, тренды, секреты фотопозирования. Каждый из гостей антикастинга в этот день узнал для себя много нового. По фейсбилдингу мне да, очень понравилось. Мне тоже очень понравилась практика. Тут все же подтянули мышцы лица, тут же глазки. Все прощупали. Да, все на месте, все провели, ушами пошевелили. Полные, вернемся домой, будем дарить любовь и... Мужу и ребятам. Да. Для меня более полезен оказался мастер-класс по подбору вещей. С чем, допустим, юбку одеть в этом сезоне модно. Увидеть себя после макияжа, послушать мастер-класс, пофотографироваться, увидеть себя на фото. Это большая помощь в уверенности в себе, в обретении этой уверенности и красоты внутренней. Первый антикастинг прошел удачно. Именно поэтому его организаторы, компания Oriflame, решили продолжить в том же духе. Идеи уникальности каждой женщины будут продвигать и на следующих вечеринках. Всю информацию вы можете узнать на официальном сайте компании и на следующих подобных встречах. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто так стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, мне очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь нелюбима? Неужели она ей не подошла? Проект команды Beauty Time. Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале.
Это Beauty Time. Мы продолжаем наш марафон красоты под названием «Подтянись к Новому году». Очередная серия предпраздничного апгрейда посвящена новогоднему макияжу. Макияж от профессионального визажиста – это последние тенденции, стойкий эффект, а также секретные приемчики и фишки, которые делают внешний вид свежим и стильным. Вечерние мероприятия подразумевают вечернее освещение, более приглушенное. Поэтому вечерний макияж делается более яркий, более интенсивный. Приветствуется блеск, сияние на глазах и сияющая кожа. Можно расставить сияющие акценты на скулах, над верхней губой и также всевозможные разные оттенки блеска именно на глазах. Яркие цвета как в помадах, так и в тенях идут всем. Главное правильно подобрать оттенок. Сегодня нет четких правил относительно того, что идет блондинкам, брюнеткам, шатенкам или рыженьким. Все зависит от личной смелости и общей концепции наряда. И если все-таки это макияж на выход, не стоит отказывать себе в яркости и блеске. В Центре науки красоты сотни услуг для преображения. Коррекция фигуры методом прессотерапии 650 рублей за сеанс. Контурная пластика губ от 9000 рублей. Вечерний макияж 1500 рублей. Улица Косарева, 63. Телефон 77-88-177. Радуйте близких волшебством тайского спа. Дарите сертификаты в Thai Lotus. При покупке сертификата второй в подарок. Закажите бесплатную доставку по телефону 222-00-30. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Список из 7 удачных нарядов для Нового года открывает маленькое красное платье. И пусть наступающий 18-й год желтой собаки, именно с красным цветом часто ассоциируют главный зимний праздник. Подобная идея в бирюзовом оттенке для тех, кто любит этот цвет и прекрасно в нем выглядит. Людям практичным придутся по душе праздничные комплекты. Юбка-сетка с блестящим топом, она же в бархатном исполнении с тематическим пуловером или же топ с брюками для тех, кто предпочитает комфорт в движении. И, наконец, две идеи под общим названием «Сдержанно, но эффектно». Платье А-силуэта, декорированное бархатными лентами и бантами, а также темно-синяя модель в духе New Look, платье с атласными акцентами. Кстати, все это обязательно пригодится и в наступающем году. Обыграть эти наряды можно и под любое другое особое событие. Все сюжеты Beauty Time, а также новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи! Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой.